Добрый день, дорогие друзья, добрый день, пользователи канала. Сегодня воскресенье, 14 мая 2023 года. Я вас приветствую из столицы Карла Великого, из столицы империи франков, из Ахена или Экс-Ла-Шапель. Это историческое название. Как вы видите, огромное стечение народа. Все ждут начала торжественной церемонии. Появится на этом экране. Одну минуточку, на этом экране должна появиться президент Европарламента Роберта Метцола, и должна состояться торжественная церемония вручения приза Карла Великого президенту Зеленскому. Вы видите, сколько украинских флагов, как активно присутствует украинская община, очень много людей с флажками, очень много с большими флагами или одетых в цвета украинского флага. То есть здесь ожидается большое мероприятие в его поддержку, поддержку президента Зеленского. И я думаю, что вы сможете увидеть, те, кто хочет это мероприятие, по телеканалу EBS, Europe by Satellite. Вы можете найти в интернете прямую трансляцию и запись, конечно, это будет доступно и в записи. Я не думаю, что я смогу остаться, потому что мой поезд скоро должен отойти. Это скоростной поезд, их ограниченное количество, иначе мне придется добираться очень долго. И да, это то, что я хотела показать. Я хотела показать вот это присутствие украинской общины. Смотрите, сколько людей. Сколько людей ожидает этой церемонии, сколько людей пришли сюда, чтобы президента Зеленского и эту честь стать лауреатом премии Карла Великого. Конечно, вы видели, что с другой стороны был и другой митинг, митинг протеста, что, я считаю, показывает здоровое состояние этого общества, потому что ровно с другой стороны этого сооружения, то есть это термы Карла Великого, с другой стороны этого сооружения был митинг, который я вам показывала, хотя объявили, что сейчас начнется церемония в 3 часа, но она немного задерживается, видимо, по техническим причинам, поэтому я продолжаю показывать вам это стечение народа, колоссальное стечение. То есть это настоящее народное гуляние, как вы видите, люди разных возрастов, с детьми, с собачками пришли сюда полюбоваться этой церемонией, которая проходит в особый день. То есть это религиозный день, это праздник Вознесения, святой день. То есть, видите, это как бы благословение небес и благословение Карла Великого, Карлус Магнус, Шарлемани. Вот так это смотрится. Hey. И сейчас несколько с другой стороны. Видите, здесь вода. И вот так вот выглядит это собрание. Сейчас я постараюсь показать вам, как это выглядит с другой стороны. Опять-таки, мощное присутствие сил правопорядка. Похоже, они никуда не отъезжали, но они так и остались. Потому что здесь продолжается альтернативное мероприятие. То есть это мероприятие в поддержку президента Зеленского. А это мероприятие, сейчас я покажу вам его, это мероприятие. Вот видите, какое стечение сил правопорядка, они отгораживают одних от других. И здесь продолжается это мероприятие, которое я вам уже показывала. Мероприятие против НАТО. Активисты стоят по-прежнему с лозунгами, с флагами. Вот как это выглядит, но этой толпы уже нет, которая была. То есть здесь значительно меньше людей. Основной митинг, то есть сам митинг прошел, они просто демонстрируют свой протест. Они продолжают демонстрировать свой протест.
Jawohl. Also das ist ein Lied über uns, Hey Wähler, wir sind ja die Wähler. Und dieses Lied spricht darüber, dass wir zwar wählen können, aber im Grunde nichts zu sagen haben. Dass uns all diese Reichtümer gehören, weil wir mit unseren Steuern das ja alles bezahlen. Wir bezahlen den Krieg, wir bezahlen die Armee. Wir bezahlen, was weiß ich, was für Subventionen. Trotzdem haben wir kein Mitbestimmungsrecht. Und ich wünsche mir, dass die Menschen mal darüber nachdenken. Du hast Bataillone, Schwadrone. Wir sind die Besitzer unserer Bundeswehr. Du hast Bataillone, Schwadrone. Ich weiß nicht warum, aber das geht immer. So, jetzt. Ja, also, okay, das kann die, ja, super. Okay. Du hast Bataillone, Schwadrone, Panzer, Schnellfeuer, Gewehr. Du hast auch die neuesten Drohnen. Hey Wähler, was willst du noch mehr? Du hast Banken, Konzerne, Kriegstreiber, die wollen vom Geld immer mehr. Politiker, die Betreiber. Hey Wähler, was willst du noch mehr? Hey Wähler, was willst du noch mehr? Die Regierung beschließt solche Reformen, dass die Arbeit wird schwer und prekär. Du kriegst alle Rechte genommen. Hey Wähler, was willst du noch mehr? Hey Wähler, was willst du noch mehr? До встречи в Брюсселе. Überhaupt nicht mehr.